Мышление – это всегда о том, что происходит на самом деле. Это не то, что вы получаете какой-то красивый новый способ описания существующего положения вещей. Мышление – это когда вот то, что вы описываете, становится частью того, что вы делаете. Понимая это, вы будете обнаруживать это в своей жизни, потому что вы же все так формально вроде бы броуновское тело, да? Но когда вы можете это как бы в себя всунуть, свою броуновность, вы начнете это видеть, и, собственно говоря, вы начнете думать. Вот когда вы это как бы впихиваете в себя и ощущаете то, что вы не сами действуете, а вот потому что вы это видели, потому что это на вас воздействовало, а на самом деле на вас могло воздействовать еще вот это, и вот это, и вот это, и тогда бы вы видели вообще все по-другому. Вот если это становится внутренней процедурой, с нее начинается мышление. И рвется матрица. Вот про это красная таблетка.